Юные спортсмены Нижнего Тагила станут участниками международных детских игр на призы олимпийских чемпионов. 11-й кубок Александра Попова пройдет с 6 по 8 декабря в Казани. На соревнования собираются команды из 60 регионов России, стран СНГ и Европы. С тагильской делегацией накануне отъезда встретился глава города Владислав Пинаев. Встретился с нашей командой, которая будет представлять город на международных играх. Так имени, на кубке имени Александра Попова в городе Казани. Вот, первый раз мы принимаем там участие по приглашению самого Александра Владимировича. Ну и просто хотелось увидеть спортсменов, кто будет принимать участие. Это определенная категория, определенный год, определенные виды спорта на сегодня. Тагильчане будут бороться за победы в разных видах спорта. В составе сборной города 30 художественных гимнасток, 6 юношей и 4 девушки выступят на турнире лыжников в гонке на выбывание, а также в спринтерских эстафетах. Также на соревнования отправятся 4 пловца. Там участвовать будут только субъекты Российской Федерации. В большинстве случаев только лишь 2 города. Это принимающая сторона город Казань и по приглашению организаторов лично Александра Владимировича это команда города Нижний Тагил. Поэтому, наверное, это некая честь и ответственность. Вот, которую ребята должны будут оправдать. Я думаю, что первый раз он будет показательным. Они посмотрят, как выступают их сверстники с других областей, с других городов. Будет стимул к чему стремиться. Владислав Пинаев вручил спортсменам памятные сувениры, экипировку с символикой Нижнего Тагила и флаг. Его атлеты понесут на параде открытия соревнований. Я думаю, что это для вас должно быть наравне с флагом Российской Федерации. Родной город, так или иначе, в историю которого уже вошли и вы дети дальше.